Делаем развал схождения на Hyundai Grand Star. Выбираем программу. Она у всех одинаковая, эта программа? На каждую машину своя модель программы. Ошибки старые. 2008. То есть с этой программы можно на любой автомобиль вход-развал делать? Да. Да, вот так. Чуть повыше. Вот так. А там что делают? Фиксируем тормоз. Руль.
будем с рождения. Надо с монитором, да? Да, этим. Ну да, что-то если видно. Видно? Ну, немного видно. Там меняются значения, да? Да. Угу. Должно быть допуск зеленый. Вот. Развал. Для чего его делают? Чтобы не ела резину колеса. Да. А только передние колеса делают? Да, на этой модели, да. Повторное замерение. А повторно для чего? Потому что чтобы все четко было. А что распечатываешь? Это отчет о регулировке. Для клиента? Да.
А почему не проверяются задние колеса? Они здесь не регулируются. Вот именно у Гранд Старекса, да, они не регулируются? Какой отчет до и после. Угу. Принтер сошел с ума. Да. Печатает, не печатает. Он может не снимать. Я мешаю, да? Быстро? Сколько времени в среднем уходит на сход-развал? Если все крутится, минут 20. Угу. А бывает, что не крутится? Бывает, что не крутится. Записать. Будете греть, разрабатывать.